капитан полиции Богданова. Мне просто логично, 45 не требует водителя. Здравствуйте, капитан Лубницкий, моя фамилия, оператор «Чистый водитель» управляется. Допустите, можно выходить? Олег, правильно? Олег, вы в курсе, что в темное время суток в день населенного пункта без светоотражающих элементов запрещено находиться на проезжей части? А вы в темной одежде стоите на проезжей части вообще без ничего, тем более вы гражданин Эстонии, я так понимаю, да? У вас с этим все строго, штрафы очень большие, а здесь получается, что ничего делать нельзя, да? Нет, почему? Ну, я все понимаю, да. Тогда, сама, Олег, у нас за это, наверное, нарушение штрафчик поменьше, чем у вас, 500 рублей. Вот. Сейчас оставим административный материальчик. И впредь, пожалуйста, на себя что-нибудь. У меня есть. Ну, в машине, понимаете, она в машине не должно быть. Она должна. Я всегда с ней хожу. Она должна быть на вас. Понимаете, здесь, вы сейчас находитесь. Понял, все хорошо, да. Если есть желание, присядьте. А это вас задержали полицейские, что вы были нетрезвы за рулем, на велосипеде, да? Да. А чё, почему вы сели вообще за руль на велосипеде? Такая погода вообще, не велосипедная, кстати. Кстати, между прочим, в январе у нас состязание состоялось в Москве. Там несколько тысяч велосипедистов вели, как говорится, это дело. Это зимой, кстати. Я как бы один, не один, как говорится, в этом плане. Я имею в виду в том плане, что я солидарен со всеми велосипедистами мира, которые выступают за солидарность одного велосипедиста, который попал, как говорится, в провинциальном городе, называемый Кингисепп.
Ну не трезво, ну что за жизнь, ну не трезво. Ну попал, ну, бывает такое. Не хочу, чтобы никто не садился за права, за велосипедами, в том числе за транспортными средствами. Никто не хочу, не желаю. Не надо. На транспортные средства не садись. Не трезвое состояние, это уже, которое садится на транспортное средство, это уже преступник считается.